Начались обыски в кабинете военного комиссара Магнитогорска Андрея Житникова. Задержали по подозрению в получении взятки. По данным следствия, военного комиссара подозревают в получении более 120 тысяч рублей от призывника. За эти деньги молодому человеку должен был быть выдан военный билет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинения.